Открывается море, сам пляж, ну, фотосессии. Я вот сказала, что наверняка традиционный для Витязи Анапа джиппинг. Тюлево, совсем народу никого нет. Тучки-тучки ходят. Да, это все дни парило, прям солнце, солнце, духота, а сейчас ничего. Доковырял до моря. Здесь огорожен санаторий, пляж санаторий Аквамарин. Огорожен с серьезным железным забором. Со всеми удобствами, навесами, лежаками. Еще один огороженный пляж. Перед морем нельзя огорожен. Полоска, вот видите, заполняемый пляж. Пасмурно. Вот там горы, видите, начало Кавказа. Сажики делают. Ну и вот море искупался я штами. Не такие, конечно, сильные. Я ожидал больше. Больше его. Но оказались не такие большие. По-моему, как вчера. А море тут теплое, хотя там жена говорит, будет холодный ветер, холодный. Вчера вечером прям похолодало резко. Косточки одевали вечером, сидели. Ну и сейчас ветер такой прохладный, выходишь. Но море теплое, конечно, не остыло же. Ну и оно, видите, какое грязное, грязное. Вот не очень так уж много, но все заморажено. И вот видите, вот серое, коричневое. Спасатель тут ходит, орёт, далеко не уходите, ближе к берегу, ближе к берегу. И сакраментальная фраза у него, ближе к воде, пол пляжа упала вправо, ближе к этому к воде. Заговорился пацанёнок. Ну а народ есть, купается, видите, немного народу, а на берегу народ есть. Пончики носят традиционные. Приятно. Воздух очень мощный. Наслаждаешься морской воздух. Вся там дерево здесь, в песке, в море. Все. Все полезные вещества. Все убивают коронавирус, который навязывают нам. И чтобы не болеть второй волной в сентябре-октябре, вот сейчас надо подлечиться, подышать, покушать витаминчиков. Не привозные там с Турции, каких-то хрен знает откуда, а здесь местные, кубанские. Вот такая картина на сегодняшний день с морем, с пляжем, с Витязева.